Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас в видосе. Так, иди ты, сучи. Я очень сильно вооружен. Всем своим подписчикам и новым друзьям я говорю welcome. А сегодня у нас с тобой две игры будет, два хоррора. В общем-то, первый у нас на обзоре будет Sinfield Remastered, как ты сам видишь. Игрушка хоррор, но автор черпал вдохновение из игр жанра Silent Hill и Resident Evil. Давай посмотрим, что он там начерпал и что он там, собственно... Settings... Странно, заходишь в Settings, а почему мне на ультра хочу я? Где... Субтитры. Короче, играем за какого-то Синфилда, который... Типа еще было в Штатах такая телешоу какое-то. А может быть и не было, а может быть и было, я не знаю. Так в описании написано, по крайней мере. В общем, говорит это комедийный хоррор, поэтому можно и поражать, и попугаться. То есть можно как бы от страха и поплакать от счастья. Ха. Вон, кстати, колонки похожи на мои. Как, говорит, тебя чувствуешь? Это, походу, я играю вот этим. Так, говорит, иди, давай, действуй. Я, говорит, верю в тебя. Что за бомж какой-то? Босиком ходит? Лысый какой-то? Что с ним такое? Кто это, кто вообще? Что это? Я так понял, мы за него будем играть сейчас. Суть игры я, честно говоря, не знаю, что это и кто это. Действие происходит, так понял, в 94-м году. Это наш главный герой. Ну ладно, давай поиграем, посмотрим, что это вообще, чё, чему. Окей, поехали. О, что-то, а чё за такая, чё за сенситивити такая широкая? Почему я босиком хожу? Подожди, а лифт уже нельзя вызвать больше? Сигареты должен найти? Кого ты должен найти? Я пытаюсь открыть двери. Я как и ты, я не знаю, что делать здесь. Я не знаю, о чем игра, я не знаю. А вот нашли какую-то дверь. Так, и что нас за ней ждет? Хоррор, не хоррор? Так, меня слышно, хорошо. Я не знаю, это инвалид это или кто, я просто, или он так просто сделан, его такая 3D-модель, я не могу понять. Все, извините. Все, сосредоточились, играем, это хоррор, Тимоха, давай. Пошел, открыл холодильник, посмотрел, что тут есть. Яйца, сыр, перец, кетчуп, майонез. Пооткрывали, можно открывать все ящики. Отлично. Так, кто-то жрал чинаки. Что это? Так, мы сюда пришли искать что-то. Герри. Блядь, мне только один Герри приходит на ум, это из Спанч Боба. Что мы, собственно говоря, здесь ищем? Ага. Угу. Ага. Ну, да, так, я так понял, нам сюда, да? Ну, естественно, нам сюда. Я не могу смотреть на него просто так. Он какой-то... Может быть, он X-Men? Профессор X. Люди X. Ну, знаешь, там у него суперспособности, он мегамозг. Good job, Jonathan. You got the evidence. Now get out of that apartment, or there'll be hell to pay. Хорошая, говорит, работа, Донатан. Донатан. Не Джонатан, а Дона. Блять, донат. Ну окей. С музыкой давай ходить будем. Так, это что? Идея для кино. Я би и жизнь. Моя опыт. Но я говорил би бузи. Ясно. Понятно. Так, это окрошка. Кто-то ушел, кто-то не доел и ушел. Типа задание на день.
помыть тело, пойти в ночной клуб, шейкнуться с кем-то, сказать Фанни Манни из памяти и вернуться домой. Ну вот это дела. Так, а здесь что у нас? Что за херня, типа? Porous Night, Porous. Там еще есть какие-то записки. Она слишком много говорит. Она говорилка? Наверное. Так, это, наверное, я. Хороший рисунок. Эй, привет, меня видно, придурок? Велосипед. Слушай, его тяжело навешивать вот так вот каждый раз. Так, что у нас здесь? Ванна, туалет. Все, да, больше тут ничего нету? Ну, телевизор работает. Why are you doing this? Что я делаю здесь? Я не знаю, что мы тут сюда пришли. Взяли какой-то ящик, открыли, нашли и пошли. Ну все, пошли. Ну ёб твою мать, ты что, дурак, что ли, блядь? Фу. Кто ты? Ты зачем на инвалида нападаешь? Я хотел сказать, не убивай меня. Ага, все, прогрузилось. Без тормоза. Так, голоса. Типа, преследуют меня, наверное. Ты слышишь их? Они говорят... Pretty good. Так, что по телеку показывают? НЛОшников показывают. Это что? Что это, Стражи Галактики? Я... Что было? Я так и знал, что это с этой херня какая-то, с этим всем. Я, говорит, не знаю, что тут делать надо вообще, не без понятия, без всяких понятий. Что это за шухер малолетний какой-то? Я вообще хотел... Апология, Smashing You Face, короче, что-то там... Держи мой кристалл и... Не трогай ничего. Что это за херня была? Мне надо срочно заесть это чипсами. Я не знаю, что это было сейчас вообще. Я без понятия. Какие-то кристаллы искать надо. Что за малолетняя эта кукла бегает какая-то? Во-первых, у него там был писюн. А во-вторых, это что такое? Человек-паук? Это сын Человека-паука? Это сын Человека-паука. Все. Все ясно. Спайдермен. Так, у нас тут что? Есть что-нибудь здесь? Фух. Ёбаный насос. Так, мы здесь... Иди ты, сучи! Иди ты, сучи! Ты чё, дурак, что ли? Дебил? А ты чё, не испугался, что ли? Тебе похер вообще? А, ты его не заметил, хочешь сказать? Ты же... Ой. Ты там этот, побежал по малой. S-Man какой-то здесь был. Это не он? Здорово. Я ухожу. Все нормально. Не вставайте. Я уйду сам. Дверь я знаю. Не вставайте, сэр. Вам, наверное, тяжело разгибать. Нет, да, не тяжело. Зачем ты себе по жопе хлопаешь? Так, серьезно, собрали этот хоррор вообще-то. Блять. Не, ну... Зачем он себя хлопал по заднице? Кто-нибудь не может это объяснить? Так.
что я здесь делаю до сих пор, я не знаю. Смотрим на мужика, который бьет тебя по жопе. Так, собственно говоря, что-то там кристалл какой-то. Хлопья. Я, честно говоря, я правда не знаю, что здесь надо делать еще в этой игре. То есть, ну, я чисто случайно нашел кристалл. Я думаю, все, наверное, надо уходить уже отсюда. Больше здесь нечего ловить. Кровь чья-то. Ну, да, моя. Я обоссался, кровь моя, и все. Моё. А, вот кристалл. Круто получилось, говорит. Бери обратно его. Так, а была ж дверь-то сломана. Нет? Что? Выйди. Зачем мы это сделали? Там бы так была дверь вроде бы как открыта. Убегай! Убегай! У нее трусы горят. И глаза тоже. И вы такие же, ты тоже, я тоже лысый. Не надо меня убивать, это женщина, да? Что, хочешь меня поцеловать? А, нет, не поцеловать. Я дед. Спасибо, что поиграли. Добавьте, пожалуйста, в лист желаний. Ну, вообще без понятия. Че, к чему, где, че, какой-то кристалл, эти танцы там какие-то. Тип, который себя по жопе пихал. Я не знаю. Ладно, давай вторую игру начинать. Так, а следующая игрушка у нас Stray Souls. Мы играем за Дэниела. Автор вроде бы как русский, то есть игра русская, но английского, но русского языка в ней нету. Короче, нам по наследству умирает бабушка, и по наследству нам достается дом. В общем-то, мы приходим в этот дом, там встречаем какую-то девочку Марту по имени Марта. Марту по имени Марта. Вот, и дальше вот что-то там будет. Что будет, неизвестно. Судя по тому, какая составочка, то ничего хорошего там явно не будет. Вот мы, наш главный герой Дэниел. Собственно говоря, обычное русское имя. Кинул палку. В нормальном смысле. И все. Марта, долго мне смотреть на это все? Одну секунду. Слушай, я рад, что ты меня, короче... Не забыла, подкинула проблем на мой день рождения, но я серьезно замерз. Успокойся, все будет нормально. Я клянусь, мне уже тут надоело стоять. Да успокойся, чилмен, это будет окей. Серьезно? Веревку? Для чего? Слушай, тут, черт возьми, найди эту веревку. Сори, ну вот твой день рождения, и вот, ну, подумай, зачем же нужна веревка? Ладно, хорошо, так, Лара Крофт? Нет, ты мой маленький мальчик, я фигурально выражаюсь, посмотри просто на дерево с веревкой. Это и все? Веревка на дереве? Это вообще-то, ну, фигня какая-то, в лесу, на дереве. Да, да, бла-бла. Короче, ты дурак, поверь мне просто. И просто найди это все. Понял? С любовью. Ну вот веревка. Так, найдите веревку. Я нашел веревку, причем быстро нашел, на удивление. Зачем? Я позвонила. И мне никто не ответит. Вообще. Позвонить? Мы как Винни-Пух, что ли? Это у нас, короче, день рождения... О, круто, салют. Но надо было вечера дождаться. Короче, Марта привела нас сюда, чтобы мы потянули за веревку, как и у Винни-Пуха сова, знаешь, это хвост этого Исака. Че, как там, я? О, здорово, я не могу поверить, спасибо, это так много значит для меня. Легче, легче, став, my little man. Я рада, что ты рада. Я готовлю быть с тобой крутой. Да, в последнем году это было 7-11, и ты мне подарила щенка какого-то там плюшевого. Это так круто, фейерверк. Я иду, и фейерверк такой, и он, вау, бах, а я... О, а я не ожидал, а как...
Здорово, я рада. Напомни, что надо найти домой. Дорогу. Я тебя люблю, Марта. О, ты, наверное, шутишь. Нет, не шучу, я нашел гравистационный камень и скоро буду дома. Который из рейнджеров надо открутить. Еще не понимаю, о чем речь. Почему, если русская игра, почему не могли сделать выбор языка? Русский, английский. Так, короче, что-то они там про машину говорят. Оружие лежит внутри где-то, в кейсе. Окей, это Марта. Похоже, что все понятно. И я, короче, наслаждаюсь джимом. Я сильный, и снова я не сильный. И, короче, я вообще не понимаю. Я вот сейчас рукой покручу и всех нахер разорву. В общем-то, не забывай, дождись меня и иди в симметрию какую-то. Если что, звони. Прошло 2 часа. Вы закончите трындеть сегодня, нет? Что ты целуешь там телефон? Короче, оглянись вокруг, найди оружие, что-то, короче, в какой-то там вентиль найди, оружие найди и посмотри, в первую очередь, машины вот эти. Ладно, хорошо, а потом я вернусь домой в 7-Eleven. Пока. Напизделись. Найди, как забраться в машины. В обе причем. Ну как, подходишь и забираешь. Что это такое? Автор, да, говорил, что в игре присутствуют головоломки, но они работают не очень корректно. То есть, знаешь, он сам это признает, что какие-то функции в игре работают не очень корректно, потому что игра еще в раннем доступе. Я так подозреваю, чтобы добраться до входа в машину, надо отодвинуть вот это вот все. Короче, типа, глупый плейграундский ключ и чертова машина, вот это до них добираться. Капец просто. О! Так, что делаем? Сейчас кто-нибудь придет сюда. Так, ну если что, это не я. Быстренько уходим. Прячемся. Я так понимаю, со второй будет такое же, да? Такой же результат будет. Да серьезно, что ли? И здесь надо это все убирать. Отлично, путь расчищен. Ну и что, нас то же самое ждет? Да что ты пугаешься? Ну уже заиграла сигнализация и все. Святое дерьмо. Снова. Оглянись вокруг. В мусорных корзинах? В мусорных корзинах поищи. Каких? Ну вот мусорная корзина одна есть. О, как воняет. А зачем? А где еще были мусорные корзины? Тут какое-то здание вот еще есть, смотри. Нельзя это использовать. А игра-то на русском. То есть я имею в виду, если вот так вот присмотреться, то где-то здесь объявление есть. Вот, типа там, знаешь, вот вон там слева видно. Ему, Дмитрий, там что-то типа такого. То есть на русском. Так, еще одна вот корзина мусорная. О, да, это подарок на день рождения. Я должен, короче, на рейнджах, короче, выстрелить по мигалкам на рейнджах. Зачем? Я не знаю. Я так понял, по этим лампам, да? Ага. Не, ссылки будут на обе игры, будут в описании, так что заходите, скачивайте их. Так, перезаряжай. Ну все, я сделал все. Что теперь делать надо? Так, надо сесть в машину. Нельзя использовать... Почему? А, надо оружие спрятать, наверное. Вот. Все, мы поехали куда-то.
Тут ездить можно? Она, нет, нет, нельзя. Что, сломался? Не нашел ничего? Ну, пойдем другой. Сломался, наверное, но это же Range Rover. Хотя я сомневаюсь, честно сказать, я сомневаюсь, что Range Rover'ы ломаются. Прям быстро ломаются. Знаешь, как ну, любая другая машина, и понятно, что свойственно ломаться. И понятно, что будет дорого, дорого стоить, потому что это Range Rover. Отлично. Chill-out, короче, что-то там. Все нормально. Откройте ворота детской площадки. Какие ворота? А, все, я понял. Я вот тут, вот здесь, да, наверное? Вот этой площадке. Зачем открывать, если можно перелезть? Тут забор-то с тебя ростом даже меньше. Я не знаю, я не понимаю. Ну, я многих вещей в играх не понимаю. Это чертов филинг капец. Что такое? Японские мишки. Это кто такой? Что это такое? Доставай свою пукалку, дебил! Блять, на колесико. Да что ж ты будешь делать-то? Так, я убегаю. Нет. Да ты дурак! Да что ж ты будешь... Давай, стреляй, что это за акула такая? Да стрельни ты в нее, дебила ты вонючего! Дэнни, ты придурок. Ты просто дебилоид. Блять, я застрял в качелях. О, еще там сверху, сзади. Да что ты... Да как вы... Да что вообще происходит здесь? Ого, у вас тут это по очереди, ребята. Так. А чё не мигают? Так, ну кого-нибудь... Это что за... Будет-то... Так, а ну-ка! В очередь... Что это за вообще минотавры, кентавры какие-то? Отлично. Но взлетают они круто, конечно. Что это такое? О, черт! Вот это инсомния. Что об этом говорят на 18-летие? Так, инвестировать в плейграунд. Не буду я туда ничего инвестировать. Так, я вот. Я вот. Отлично. Какой-то хрень какая-то. Я нахера мы ее взяли. Вернуть в Steam. Я ничего не брал в Стиме. Так, а что здесь? А, я так понял, вот нам сюда. Видел, там дверь открылась или она была открыта? Так, подожди. Капец, тут столько надо так сюда пойти, здесь. Главное, эти на русском языке надписи. Не надписи, а объявления эти все. А площадка была написана на английском языке. Понял? Вот так вот. Интересно. Ну, походка у него, конечно, крутая. Так, я так понял, нам сюда, да? А, вот для чего нужен был вентиль, чтобы тут был дым вот это, да? И все. И теперь его нет. И мы его закрыли, прикрутили. Что это, головоломки? Вверх. Типа надо что? Ну, я так понял, вверх-вниз. А это типа вниз. А это типа вверх. Все. Не, ну головоломки так себе. Надо думать. Think about it. Заходи. Идите через underground, туннель в Семетри. Что за Семетри? Ну, так иди туда, что ты не идешь? Походняк. Так, ну там еще была дверь одна открыта. Что такое Семетри? Центр или что это? Семетри. Открывай. Там кто-то был. Так, достаем ствол. Ствол доставай.
Перезаряжай, перезаряди его, перезаряди, пока есть вариант. А, все нормально. Так, 4 патрона, ну, есть вариант, есть возможность, если что, отпугать его, если что, есть возможность. Тихо. А кто это? Это Марта наша, да? Марта, я иду, я... Только не пугай меня, Марта, я иду, я сейчас... Там темно. Братан, я не знаю, стоит... Так, там вроде как стена или лестница. Ну, вроде бы там больше я всех убил. Так, ну... У меня, если что, ствол. Не подходи ко мне, я вооружен. Я очень сильно вооружен. Тут только велосердин поможет, а не ствол. Фу, блядь. Даня. Ёб твою мать. Я надеюсь, больше там никого не будет, ничего. Фух. О, сердце-то не резиновое. Не, ну эта игра пострашнее, конечно, чем то, что было. Так, и чё? Зачем мы пришли, если можно было все это перелезть через забор? Чё мы пришли-то сюда? Родители там или что? Что там случилось? Что случилось-то? Продолжение следует. А ничего не случилось. Узнаем в следующем разу. Хотите добавить Stray Souls в ваш лист? Да, я уже добавил, я это сделал, и ты тоже это сделай, потому что игрушка, ну, где-то корявая, но я надеюсь, автор, если он признает с самого начала, что у него такие проблемы, знаешь, там монстры пропадают, исчезают, они там взрываются, как будто улетают вообще в стратосферу просто. Я думаю, он ее должен доделать. Поэтому ссылки на эти две игры будут в описании, заходи, попробуй сам поиграй, может там что-то новое узнаешь, откроешь, сделаешь. Игры все бесплатные. Бесплатное, так что ты не думай. Вот. А с вами был Тимофей, друзья. И до новых встреч, до новых игр. Не забывай подписываться на мой канал. Понял? Мне очень приятно. Спасибо вам большое. Пока. Если что...